зайчики приходят из леса. Солнечные зайчики появляются, когда светится солнце. Просто отражение зеркальца, оно отбивается и показывается свет. Когда лунчик попадает на зеркало, понимаешь, что там всегда остаются зайчики такие. Тюлени живут в море, тюлени живут в холоде. Мне кажется, что они живут в воде. Тюлень, что он очень похожий на пингвина, что он такой пингвин. У меня есть такие игрушки тюлени. Тюлени похожи на акул. Тюлени едят морскую картошку. Тетрадки нужны для уроков. Взрослым тоже иногда нужны тетрадки. Там они записывают свои секреты. Слушай, ты шоколады в школе, малюватый. И читы, и рецепты записывать, если ты их забыл. Тетрадки надо, чтобы учиться для школы. Айсберг – это такой большой тигр. Оно очень похоже на лалеку. Лалека приносит детей из хмарки. Лалека тоже приносит детей родителям, если он их немає. Хоть дитини, хоть лалека тоже добре. Прилетает до хмарки, хмарка дає лалеки дитини. Айсберг – это снег везде. Ветер дует на капельки, и получаются снежинки, а они вниз падают. Мед делают пчелы из цветка. Не хватает такие штучки, не хватает круглые крышки, и сделают из них мед. Пчелы кормят своих детей. Ну, пчелки их бы сбирают нектар из квіточок, а є такі пчелки, що вони не добрі, і вони зовсім маленькі. І ці маленькі пчелки просто прилітають кулі, і вони просто із квіточок їдять нектар, а добрі пчелки просто вкладають нектар і роблять із хмет. Пчелы собирают нектар и вносят его в свои ульи. Потом делают, то есть соты его сыпают, и потом соты дают ровными. Пчел нету, он не улетает. Человек забирает мед, открывает крышку, потом отдает людям. Потом пчелы опять его делают. Коалы – это такой дельфин. Это просто очень маленький, и он ребенок. Коала – это тварина ядрика. И она очень высокая, и не можно завести в дом. Это такой снеговик. Он всегда питается снегом.